Мы вам уже не раз рассказывали о возможностях реализации и развития своих проектов. Таких площадок в Казани немало. На этот раз мы вам расскажем о компании Pulsar Venture Capital. Это центр компетенции и бизнес-акселератор, создающий условия для реализации инновационных проектов, развивающие наукоемкие технологические компании. Вы сможете не только развить свой проект в полном масштабе, но и получить инвесторов, которые помогут вам в реализации. Вы разработали продукт. Вы подготовились к оказанию услуги. Вы проверили это на маме, на бабушке, быть может, уже более эффективно, и есть какая-то первая продажа. И вы задумаетесь о том, как же далек путь до того момента, когда ваш продукт купит миллионы людей. Как же далек тот момент, когда ваша услуга будет нарицательным именем, как сейчас говорят о известных марках. Как это сделать? И вот здесь помогаем мы. Мы, группа компаний Pulsar Venture Capital, в принципе, работаем в фокусе трех направлений. IT, IoT, Internet of Things и Industrial, то есть промышленные направления, New Materials иногда, то есть новые материалы. Касаемо программы акселерации, здесь от список отраслей приоритетных шире. Это IT, это технологии нефти, газа и нефтехимии, это медицина будущего, это новые материалы и технологии их получения, это новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии в самом широком варианте их применения. Участие в программе «Акселератор» будет проходить в несколько этапов. До 2 апреля вам необходимо успеть подать заявку. Сразу следом отбор проектов экспертами до 14 апреля. С 24 по 26 будет проходить подготовка компании к отборочному дню, который состоится уже 27 апреля в Иннополисе. 50 финалистов будут бороться за то, кто же станет одним из до 15 компаний-победителей. Таким образом, это действительно сконцентрированный объем знаний, и это нужно уметь сделать. Причем не рассказывать про науку, про то, как Королев ракеты в космос запускал. Здесь интересует про бизнес, про то, как это будет продаваться и кому. Период с мая по декабрь проведение программы акселерации планируется в Ирландии, которая включает также индивидуальные и групповые работы менторов, экспертов и инвесторов с командами. Ирландия – это, во-первых, теперь уже единственная англоязычная страна в Евросоюзе. Во-вторых, это компания, страна с почти минимальным налогом на корпоративную прибыль, а поэтому Google, Facebook, Apple, LinkedIn и другие корпорации мировые, они все главные офисы там. А значит, выйти к ним, пообщаться с ними, тем более имея в партнерах Enterprise Island, гораздо проще. Плюс ирландская диаспора очень такая плотная, она сродни татарстанцам, и всегда отслеживает, где у кого какие успехи, поэтому через них выйти на рынок США, выйти на рынок Европы, в другие страны достаточно просто. Помимо инвестиций, организаторы программы обещают финалистам обеспечить выход на международные рынки, а также доступ к инжиниринговым центрам и другим сервисам поддержки. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.